Пожалуйста. Конечно. Первое, поздравляю соперника с победой. Спасибо. Это хорошая команда. Желаю в дальнейшем удачи. Что касается игры, если честно, это не стыдно проиграть вот такие команды, но, конечно, хотелось вырвать ничью. Не получилось, один раз мы вышли на сторону, не блокировали подачу и не отреагировали хорошо на дальнюю, Невчий забил и не могли перевернуть ход игры. Все. Спасибо. Перейдем на вопросы. Вопросы, пожалуйста, на канал. Снимча, что вы дахайте тюрьмянцо, мы воин, планкерские мосты. Сегодняшний результат матча, он, по вашему мнению, соответствует сегодняшней игре? Сегодняшний результат? А знаете, как я опять говорил, мы хотели вырвать ничью, не получилось. Так что несколько подач и в первом тайме с фланга приходило в нашу штрафную. Не реагировали несколько раз хорошо, не блокировали подачи с фланга. Один раз не получилось. И если объективно смотреть, может быть, счет и по игре. Что касается нас, мы старались, мы бились, мы хотели вырвать ничью. Не получилось. У нас был только один момент в первом тайме, когда Абдуманонов не попал хорошо. Надеялись, что будет в втором тайме тоже момент. Так много не было. Я это сказал. Я бы сказал, что Ортранов-Стан в джунгле кушает, просто Ортранов-Стоин. Но я бы сказал, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать. Захибило Урумбай в основном подключался в нападении и с задней позиции, и с защиты. На ваше мнение, в этом плане Нумадис Абдуманов? Эктемр Абдуманов. Кубрав Куджунге Увы, да? Нападение больше выходил Абдуманов. Форум? Тоже. Замехуло Маркез Рохбурина, да? Орхара, Салава. Куджунге больше. Это хорошая установка была? Да, Забахуло он. Его позиция, он не центральный нападающий совсем, но играет между линиями и должен быть отъягиваться и спускаться на мяч, чтобы разыгрывал и получал мяч, если бы он стоял высоко с двумя центральными защитниками, было бы еще тяжелее. Вот так отъягивался, чтобы получал мяч и разыгрывал. И Абдуманонов и Немаджунов должны были быть больше, выше, чем Уримбай. Я не писал его? До конца трансферного окна остается 2 дня. До 31 у нас трансферное окно. Да. У вас в планах еще и есть трансфер? Я не знаю, что, если руководство что-то планирует, но мне кажется, что мы закончили, что касается трансферного окна. Так что с этой командой, которая у нас есть, продолжаем биться за выживание до конца сезона. Понятно. У меня свой вопрос. У вас в команде сейчас двое новичков, по-моему, с Ирана. Да. Как они еще не вошли в коллегу, когда вы планируете запустить? Естественно, есть два иранца, которые пришли нам помочь, но, к сожалению, один пришел пару дней назад, несколько дней назад, а первый пришел, а потом заболел, что-то отравался и
Медель был вне строя, так что посмотрим, как будет их состояние на следующей неделе. Понятно. Я на самом собирал, по-моему, сам на большой. Леска, большое спасибо за интервью. Желаю вам удачи в следующих играх. Мы вам тоже спасибо. Спасибо. Всего доброго.